Красивая кияшка Kia Ceed. Металл тут, мягко говоря, слабенький, и поэтому мотоцикл побило очень нещадно. Был бы металл пожестче, их бы вмятин не было в таких количествах. Делать-то надо. Поэтому мы сейчас вот такой небольшой анонс. Тут даже вон пластик побило. Вот такие вмятины прям приличные. Но деваться некуда. Вот даже залом вот такой прям серьезный. На это, наверное, не град был, а что-то другое было. Вот. Что так вот машинку сильно бахнуло. Ну вот палец. Так что вот так вот. И вот это вот побило тоже железячку. Тут надо будет снять фонарик и через фонарик изнутри пытаться крючочком сделать это. Вот. Ну, конечно же, антенку снять. Но тут еще маленький сюрприз. Сюрприз. Значит, в Hyundai Accent и прочем. Вот мы мочим тряпку 646 растворителем, отставим, и более-менее снимается. А иначе тут можно сидеть днями, вот это все соскабливать. Красоту. Вот, ну вот такой анонс. Конечно, вот он большой с края крыши. Вот он тоже сам. Тут прям серьезно. Со спичечный коробок, может, больше залом. Опасный, нехороший. Ну что делать? Потихоньку будем это все дело выкорчевать. Вот такой анонс у нас. Это вам еще раз повторяю, Kia Ceed.